Всем привет! Это заключительное видео, которое посвящено именно моделированию. В следующих видео я буду доделывать развертку некоторых элементов этого домика, и будет текстурирование. Также скорость в этом видео 200%. Если вам более подробно нужно рассмотреть что-то, ставьте скорость в половину на YouTube, и будет 100% скорость. Приятного просмотра!
Закончил непосредственно моделирование, я разложил все элементы домика по макету, который был в предыдущих видео. И затем можно приступать уже к созданию аутентичности самой модели. То есть добавлять какие-то небольшие элементы на модель. Здесь я решил добавить трещину на доску, которая, естественно, будет видно. И сделал я это с помощью модификатора Editable Poly Extrude. Экструд я сделал для ребра. То есть добавляется ребро в нужном месте и применяется внутренний модификатор Editable Poly Extrude. Применяем нужные нам параметры. И получается вот такая вот трещина. Каждая мелочь добавляет непохожести нашей модели, аутентичности, что и будет выделять ее среди других.
Видео подходит к концу. Здесь я уже окончательно распределил все отдельные части моей модели в нужные места, поправил развертку и добавил небольшой аутентичности некоторым элементам. То есть я добавил трещины какие-то, скосы, спилы на наши доски. Именно физическую модель. Это заключительное видео по моделированию. В следующих видео уже будет развертка, раскладывание лоскутов развертки. И это будет два типа развертки. Один пересекающаяся развертка, второй нет. Ну и соответственно разные результаты будут наложения текстур. Вас это ждет в следующих видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!